Здравствуйте, дорогие друзья! Что может быть лучше, чем летняя майская теплая погодка? А я знаю, что может быть. Оповеститель моих стримов, встроенный в Google Chrome. Давайте посмотрим. Так. Вот отсюда. Ссылочку я в описании положу. Можно перейти на интернет-магазин Chrome. И здесь мы бесплатно скачиваем программу Twigger. Эта замечательная программа встраивается к вам вот сюда, в ваш Google Chrome. Мы нажимаем. И здесь эта программка будет оповещать вас о началах моих стримов. Как видите, я уже свой стрим сам себе добавил для теста. Итак, а что нужно сделать вам? Нажимаем на сердечко. Выбираем Twitch. И вставляем мой Twitch ID, то есть имя моего твяча. А имя моего твяча вот такое. Некрос1989. Нажимаем кнопочку Subscribe. И написано Channel Successfully Added. Все, теперь у нас есть, у вас точнее, есть мой канал. И вы теперь еще будете чаще и вовремя попадать на мои стримы. Вот такая клевая штука. Качайте это приложение, устанавливайте. И не забывайте подписываться на мой Twitch канал. Всем пока.